stupid American trash. Wait, let's try that again. Получился как полноценный этап какого-то мини-чемпионата. Такой себе чемпионат. Чемпионат в чемпионате. Очень круто. Много пилотов, неожиданно много новичков, которые неожиданно начинают ездить. И очень много перспективных, в которых есть смысл. Поэтому я думаю, в следующем году будет много машин и не будет потребности в количестве. Поэтому... Это то, кенты, Сережка Тышкан, все дела. Вот, даже человек, который никогда не жёг, теперь жжёт. Это все UTC, это все дрифт. Сережка, давай. Пару слов о том, что было сегодня. Полон эмоций. Очень круто все ездили. Очень... В принципе, несложная, на первый взгляд, трасса подарила такое количество эмоций, дыма, ну, я не знаю, все под таким впечатлением, что язык заплетается. Ну, спасибо, как всегда, нашим богам, потому что без них этого всего бы не было, и мы бы катались бы по парковкам вокруг столбов, так что... Спасибо нашим пилотам, потому что без них нам нечего было бы организовывать. Спасибо, сынок. Спасибо нашим резинщикам, потому что нечего было бы полить. А, хорошо, тогда спасибо спонсорам чемпионата, базе автозвуки, мол, динамики, всем остальным за то, что этот чемпионат существует. Спасибо нам всем.